это часы бронзовые с флорентийской мозаикой «Амур и Психе». Эта идея появилась, потому что нет в природе, очень мало кто из мастеров делает часы для женщин. И нам казалось, что часы, да, с зеркалом, да, со всякими открывающимися, закрывающимися полочками, это будут изумительные женские часы. И самое удивительное, что получились очень, очень приличные часы. Мы сюда нанесли из флорентийской мозаики бабочку, что является символом психеи. Это издревно. Вот. Но самое удивительное другое, что женщины не очень оценили нашу работу. И за всю историю ни одна женщина не купила эти часы. Вот. Поэтому за все, как обычно, отдувались мужчины.